Президент России Владимир Путин рассказал в интервью «России-24», что у его дочери, прошедшей вакцинацию от коронавируса, появились антитела. Совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет. Появляются антитела, как у моей дочери появились, и она безвредна. Слава Богу, и дочка моя чувствует себя хорошо. Баку готов рассмотреть возможность приобретения российской вакцины от коронавируса после завершения процедур по ее признанию Всемирной организации здравоохранения. Об этом недавно в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Азербайджан, как государство-участник ВОЗ, придерживается ее рекомендаций и методов лечения коронавируса.